Да прибудет с вами темная сторона силы, с вами Дарт, и мы продолжаем играть в Paraworld, миссия 6, пираты и заложники. После дикой погони наши герои близки к пиратскому убежищу. Пираты расположили свой командный пункт в бухте на тропическом острове. Пришло время кое-кого проучить и освободить пленников. Так, моя армия. Угу. Сколько рабочий? 60? Давай, я хочу одного рабочего. Так, что у нас есть? Мобильный центр, хочу второй. Чтобы сразу развиваться нормально. Герой, давай архидруида сразу. 60. Уже никого не хватает. Ладно, начинаем. А, 60 давайте потратим. Все. Как долго ты была на моей стороне, Ада? Как долго и как низко ты пала? Пала. Господи, как это читается. Решив покончить с нашим обществом, последним бастионом цивилизации в двух мирах. Это Бабит какой-то читает, который чел, наверное, занял ее место. Теперь я знаю то, что чувствовал лорд Монбаттон, когда мы потеряли Индию. О, Ада, почему ты не понимаешь очевидного? Эти миры, ворота, все это опасное знание. Кто-то должен сохранить это, кто-то должен быть лидером. Конечно, будет лучше, если это будет тот, кто изучал это в течение сотен лет. Я прав? Если Литон прав, ты так, то все разрушил. Ты предала все, что важно для меня. И ради кого? Шведки, венгры и американцы. Так называемых ученых. Почему, любимая, почему? Литон высказал подозрение, но я сказал ему хранить молчание. Это было нелегко. В конце концов, пусть он и хам, но он может быть праправнуком. Короче, это чел, походу, который начальник, да? Ну, какой-то, походу, эликсир бессмертия, что ли, нашел. И типа... Типа, говорит, сотню лет уже изучает этот чел, который тот вояка, который дерзкий такой. Он может быть ему праправнуком. Офигеть. Прекрасное место для нашей базы. Надеюсь, у нас хватит времени, чтобы закончить до того, как нас найдут пираты. Так, что нам нужно? Здесь базу, да, строить? Откуда они могут прийти? Только с моря, что ли? Ну да, в принципе. Тут надо на кораблях, походу, будет сражаться. Так, ладно. Начинаем. Так, ты иди сюда к камням. Ты куда-нибудь сюда. Создай-ка еще парочку рабочих. Я хочу вести переговоры. Очень хорошо, мы слушаем. Эти рабы ценный лот для нас, но если ты дашь нам достаточно золота, то мы освободим их. Возможно, мы сможем использовать это в наших интересах. Мы спрячем шпиона в фургоне, таким образом узнаем, где скрываются пираты. Найдите темницу, освободи заложник. Создайте торгового динозавра на базаре, отправьте его рядом с пиратами. Вы можете поставить гавань мобильную, можете использовать для рыбной ловли. Чё? Транспортная черепаха, коронозавр у нас есть. А, смотрите, она плавает. Офигеть, смотрите, она не статичная, она может плавать вообще. Она сама... А, она сама еду добывает, прикинь. Точняк. Задание какое у нас? Создайте торгового динозавра на базаре. А, еще базар нужно открыть. Так, нужно 700 еды, и это пусть они добывают тогда.
что у нас? Никого нового не открылось. А, вот анкила катапульта открылась у нас. Новенькая. Если она еду добывает, то нафиг надо. Нужно собрать ресурсов. А в чем разница? Неэффективно ближний бой стреляет камнями или велоцирапторами. Ну, чисто по приколу одну можно создать, но не вижу смысла, потому что анкилозавр наносит строением гораздо больше урона. Этот эффективен еще только против людей. Ну, хотя, я думаю, двух тех можно сделать. Для начала накопим ресурсы, потом будем их создавать. Хотя можно еще троих лучников. 70. Так вот сюда давай. Тут, в принципе, еды дофига еще. Да, но территория, конечно, большая. Вот у них тут где-то. Ну, мы, я думаю, сможем как-то договориться или типа того. Так, давай строим базар. Скотобойня, нет, нам не подходит. Ферма средних динозавров, ферма больших динозавров уже круто. Создатель оружия, нет, не то. Брахиозавр мощный, очень гибкий юнит. В зависимости от экипировки может оказывать поддержку в ближнем бою или экипированный катапульта использовать против зданий и укреплений. Где создается базар? Вот. Так, а кто у меня тут? Только эти? Может, давайте ферму больших динозавров создадим? Брахиозавр, брахиотранспортер и мобильный лагерь. Прикольно. Торговый динозавр, нужно 500 еды. Чё, всю рыбу поймал? Вот еще есть. Так, у нас еще открылся черепаха-торпеда. Сколько стоит? Ну, хочу по приколу просто посмотреть. Да блин, текстуры. Куда ты уплыла? Ей что, нельзя управлять или чего, я не понял? Плывет случайное направление. А, ну да, она сама по себе, короче, плавает. О! Кранозаврик. Прикольный дизайн тут. Взяли так. Шею брахиозавра прицепили. Это кто у нас?
Что за динозавр, игуанодон, что ли? Походу. Бедный, на него столько всего нагрузили. Выполню часть сделки, теперь твоя очередь. Только тут есть маленькая проблемка. Ты это о чем? Мы же все обговорили. Да, но мы не знали, что одна из пленных хозяйка Гильдин, поэтому цена возросла. Мое предложение, вы посылаете нам еще один груз товаров, и мы отпускаем пленников. У меня другое предложение. Вы отдаете нам пленных, и мы не будем замораживать вас здесь и сейчас. Вы не получите живыми ни нас, ни пленных. Я думаю, это серьезное основание для переговоров. Я тоже. Так, что ты хочешь? Увеличенная сумма выкупа. Создать еще одного динозавра на базаре, отправить его опять же рядом с пиратами. Ну, ждем, что. Так, у них тут корабли. Хорошо, что я черепаху-торпеду создал. Она, может, его найдет. Так, ты там еще не всю рыбу-то словил? Не, не всю. Я просто думаю, чего они парятся? Типа вот этот чел, да. Создай, короче, себе скотобойню и добывай на ней еду, и все, и не парься. Ну чё, на этот раз, я думаю, вам хватит? Или сейчас он опять такой, мало, давай еще. Я дам тебе это, вы, парни, очень надежны по сравнению с нами, всяко. Что ты сказал? Я боюсь, что два фургона недостаточно, в смысле пленника, больше, чем двое. Можно ему вмажу, малость так. Лично я за то, чтобы заплатить. Наверное, так будет лучше. Вы серьезно? Еще одного торгового динозавра. Но. Не, но если это сработает, пожалуйста, типа, я не против их и замочить. Типа, мне без разницы. Он успеет создаться-то за минуту-то? Очень на то надеюсь. Так, у него 50 секунд, чтобы добежать. Очень надеюсь, что этого хватит. Их можно через Ctrl выделять, кстати. Прикольно. Хорошо, что вы готовы заплатить. Нас это больше не интересует. Что это значит? Сделка аннулирована, если вы не уйдете прямо сейчас, вы сильно пожалеете об этом. Хорошо, я ухожу. Цирк какой-то. Ну, уничтожим их. Все, можно создавать воинов, начинать. Все, значит, будет война.
Фига ты убежала куда? Так, давай-ка произведем. Они даже, смотрите, они вообще... Их даже вот здесь нигде не отображаются. Так, сколько перевод? 10 юнитов. Так, 4. Думаю, 3. 3 хватит. Будем начинать, короче, убивать этих засранцев. Просто уже нет сил. Так, что нужно для четвертой эпохи? 1000-1000. Ну, пускай копит, пока я там сражаюсь. Давай-давай, выгружай их. И сами черепахи уходите. Воинов мы их перебили, одного воина убили. Урона брахиозавра очень мощный. Так, еще бы мне 1200 еды, я бы еще одного брахиозавра создал. О, аллозавр. Сильное животное. Сейчас посмотрим, сколько у аллозавра атака. Интересно просто. Кого лучше будет создать. 66 у него атака. Конечно, мы его создаем. Нафиг нам эти брахиозавры сдались. Блин, аллозавр классный. А что может гавань еще производить? О, катамаран. Да ради этого я готов... А, ну да. Он какой уровень? 3-й. То есть не судьба нам его посмотреть, как он выглядит. Но там что-то прикольное. А, нет, это просто катер. Не влез брахиозавр, вы серьезно? А, влез, все влезли, отлично. Ну все, плывем тогда. Куда тут плыть-то, чтобы до них добраться? Тут у нас барионикса обитают. Вот у них главная база, да? Так, это хорошо. Нет, у них база главная вот здесь. Можно ли... Ого, кто это? Апатозавры. Можно ли к ним как-то по другому пути добраться? Или только через главный вход? То есть по-другому никак, да? Печально. No
Ладно, плывите сюда, ломайте башню. Мы будем на подхвате сразу. Где-нибудь вот сюда приплывем. Ну чё, все, кранты вам, ребята. О, наездник на чем? На Гальмимусе? Точнее, на ком? Тут можно по земле дойти до этих засранцев. Да, отлично. No problem. This will work. You can also set up another camp on the Pirates Island. Вы можете установить другой лагерь на пиратском острове, чтобы помочь. Школа дзюдо, давай уничтожить ее. Сколько у брахиозавра жизни? 3000, у аллозавра 2600, и у него еще атака больше. Выгоднее, конечно, аллозавров создавать. Но они против строения не годятся, в отличие от брахиозавров. У этого 5000 у дикого патозавра здоровья. Ну, думаю, взять бы анкилозавров, перевести в катапульту. Она так более эффективна. Еще и ядом травит. Так, что задание? Огромный пиратский корабль. Пиратов есть плавающая крепость. Огромное судно. 1500 нам дадут за разрушение. А я что, знаю, где он находится-то? Нет, я не знаю. Искать как-то неохота. Ого, тут база. Черт, мы тут не пройдем. Че это не пройдем?
Так, здесь башня. А, тут сеть, мы не пройдем, я тебя понял. Ну тогда ищи, я не знаю, что-нибудь тут. Все, им хана, все, я ворвался в их город и уничтожу их сейчас всех. Так, я просто думаю, что если взять два катера, они смогут мины расстрелять, чтобы пробраться. Ого! Вот это резкое нападение неожиданное. Сальтозавр у них, смотри, сальтозавр у них, да, точно. Я уже, кажется, придумал, как мне... добраться до того корабля. Просто нужно будет сейчас этих черепашек повыпускать, которые всю работу сделают. На мины сами подорвутся, на минах. Spirits aid us.
У меня лучник умер, я только сейчас заметил. Ого, смотрите, у них барионикса. Такой морской противник, грубо говоря. Ну, сейчас черепахи порешают все. Да. Черепашки решают. А вот тут еще у них замок. Ловушки, как правило, не видны, пока не сработают. Шаманы могут обнаружить их. Чего-то как-то слабо идет. Я бы даже сказал, очень слабо. Ого! Сейсмозавр у них. Не, ну база пипец мощная, конечно. Может, на кораблях можно приплыть к ним? Если так, это было бы круто. Так.
А, гигантский пиратский корабль, я вас понял. Все, мне там кранты, наверное, после такого залпа. Отлично. Свистать всех наверх. Заложники на суше, все, без проблем у нас. Ого, спинозавр тут, оказывается, есть. 6000 здоровья. Тирекса вот я пока не встречал. Интересно, он тут такой же мощный, когда дикий, или только когда прирученный? Думаю, башня, прячущая здание игрока в определенном радиусе. Но нам главное уничтожить вот этого челика. Этого сейсмозавра, да. Офигеть, он быстро покосил моих ребят вообще.
Давай, почти добили. Давай, 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 давай. Все, все строения уничтожены. Да. Все отлично, наконец-то мы прошли. Слава богу, все заложники в порядке. Мы пришли сюда, чтобы проконсультироваться с Высоким Советом. Нам срочно нужен ответ на наш вопрос. Высшим Советом. Какие вопросы вы имеете в виду? Например, что это за мир, в котором мы оказались? И что вам известно о мистических вратах, через которые мы сюда пришли? Ворота? Конечно, я знаю о них. Из старых мифов и легенд. И, конечно, из пророчества. Пророчество? Небеса потемнеют, зло разрушит наш мир. Тогда герои спустятся с небес и освободят нас от зла. Возможно, вы те самые герои. Если это так, то двери запретной библиотеки широко откроются, и вы постигнете мудрость, которая была скрыта во тьме целую вечность. Капец, он огромный. И что хотелось бы знать, мы должны сделать для этого? Первое чудо, которое сотворят герои, — вода, которая опять потечет по великой пустыне. Это хрень какая-то. Нет, это пророчество. И убедить меня, что вы герои, будет недостаточно. Вы должны убедить еще и совет. Интересно, у них все такие амбалы, или только он один такой? Ну что ж, дорогие подписчики и зрители канала, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канал, ссылка будет в описании. В следующем видео мы как-то будем каким-то образом добывать воду. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.